Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube канале Arstyle. Прям вот реально чудесные вещи привезли. Я люблю качественные, дорого выглядящие вещи, и три микрофона от компании Trust, они действительно очень крутые. Это основательно сделанные тяжелые микрофоны, которые подойдут как для записи вокала, музыки, для разных нужд, так и, разумеется, подойдут блогерам для того, чтобы можно было записывать свой голос. И они, конечно, немножко отличаются. К примеру, есть как эстетическая удовольствие от микрофона. Кроме того, что он действительно очень качественно собран, это все, вот ножки, например, вот весь микрофон сделан из металла. Единственное исключение, в одном из микрофонов пластиковая вот эта подставка, сам шар, в остальном все сделано из такого приятного, тяжелого металла. То есть этот микрофон сам по себе очень тяжелый. Все они очень тяжелые. Два старших микрофона позволяют менять подсветку нажатием на одну из кнопок микрофона, что ну, эстетически действительно приятно. Зеленый, красный, фиолетовый, синий. Можно ее выключить, конечно же. А старшая модель позволяет аж четыре варианта направленности использовать. То есть можно записывать не только все окружающие звуки, но и можно... Называется это кардионная ось микрофона, переключается сверху позволяет записывать звук, который расположен строго впереди и по бокам микрофона. Ну, то есть фактически репортерная съемка, можно сказать. Прикольно, действительно прикольно. Если вы, к примеру, записываете какой-то концерт, источников звука много, то вы можете выбрать и записывать несколько инструментов, изолировав их, насколько это возможно, друг от друга. Но я, конечно же, потестирую качество голоса, расскажу, чем он отличается, потому что ценник у них несколько разный. И есть возможность, если кто-то заинтересуется, будет покупать y -Cases, то тогда можно использовать скидку 10% по кодовому слову Arstyle на любой из этих микрофонов. А я, кроме того, что я действительно очень рад, когда вещи собраны качественно, и тут вопросов вообще никаких не возникает. Эти микрофоны их приятно трогать. Тактильные ощущения очень приятные, качество очень высокое. Ну и конечно, мне интересно, будет ли отличаться качество записи голоса. Притом в разных режимах я потестирую. Поэтому начинаем тест. Ну что же, микрофон GTX 244 база 10, 9, 17. Всем привет! Меня зовут Давид. Проверяем микрофон. Trust GTX 244 Buzz. Насколько хорошо он пишет. Микрофон Trust GTX 256 Echo. Всем привет, меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube канале ArtStyle. Проверяем микрофон. Давайте посчитаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующий. Микрофон Trust GTX 258 Furo. Всем привет, меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube канале ArtStyle. Включаем другой режим. Всем привет, меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Arstyle. Третий режим. Всем привет, меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Arstyle. И четвертый режим. Всем привет, меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Arstyle. 10, 9, 8. Следующий режим. 7, 6, 5, 4. Третий режим. 3, 2, 1. И четвертый режим. 5, 6, 7. На мой слух все три микрофона записывают голос просто прекрасно. Вот действительно очень классно. Из всех трех мне вроде как больше всего понравилась модель S. Во-первых, у нее наиболее прикольно видна подсветка во-вторых, она как-то ну, более солидно что ли смотрится такой как ретро микрофон, знаете они все хорошие, единственное, самый недорогой относительно, здесь нужно вот с этими веревочками баловаться, для того, чтобы просто его как-то поменять, его положение поставить это не очень удобно, этот микрофон его просто поставил, он тоже смотрится очень даже профессионально, но лишний раз не трогаешь, то есть просто повернуть его тупо неудобно, с двумя более дорогими моделями, они во-первых и подсветку имеют, и уже значительно проще их поворачивать к себе, либо к к собеседнику и соответственно по оси очень удобно я считаю ну и тут просто выбирать между ними нужна ли вам эта функция разной направленности или нет потому что качество звука у трех моделей оно мне показалось одинаково чистым и прекрасным подсветка микрофона тоже плюс то что можно ее поменять разными цветами и еще чем мне понравилась модель от эска у нее есть кнопка выключения микрофона кнопка тишины она прямо на передней панели очень удобно в целом, выбирать вам. По большому счету, если хотите микрофон, который просто будет стоять неподвижно, и вы будете записывать свой голос, то вам и этой модели хватит. Если же хотите больше визуальных эффектов и хотите микрофон, чтобы можно было легко и просто поворачивать, то, конечно, выбирайте между двумя моделями, которые стоят несколько дороже. И не забывайте, скидка 10%. Огромное спасибо магазину ECESSI за то, что предоставили эти микрофоны для теста. Ну и, конечно, если будете покупать, пользуйтесь кодом словом Arstyle. На мой взгляд... Зачет. С другой стороны, я не тестировал другие микрофоны и не могу с чем-то сравнить и сказать, поделиться впечатлениями. Но голос однозначно у вас будет записан очень чисто и качественно. Вы слышали все сами. На этом сегодня я заканчиваю свой обзор. Ссылки на микрофоны, посмотреть цены. Цены могут меняться с курсом доллара. Все мы понимаем, в России живем. Оставляю под этим видео. Как всегда, желаю будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков с уважением ко всем Давид!